Сегодня Астанинский «Барыс» проведет заключительный матч домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ против омского «Авангарда». К игре казахстанская команда подходит с серией из 4 подряд домашних побед. Ранее на родном льду спортсмены одержали победы над «Йокеритом», «Слованом», «Витязем» и «ЦСКА». Отмечу, это вторая встреча «Барыса» и «Авангарда» в сезоне. Ранее в октябре в Омске казахстанцы обыграли россиян со счетом 4-3.